Самый летний суп – это холодник. Здравствуйте, гости моего канала. Холодник на кефире – это летний суп белорусской кухни. Вкусный, свежий и очень простой в приготовлении. Суп получается не только вкусным, но и потрясающе красивым. Обязательно попробуйте его приготовить в жаркий день. Сегодня я раскрою секрет, как можно приготовить холодник буквально за 5 минут. В этом ничего сложного нет, просто собрать все ингредиенты вместе. Для этого нам понадобится свекла, огурец, яйцо, укроп, лук, вода кипяченая, кефир, соль, сахар, лимонная кислота. Огурец нарезаем соломкой или же можно натереть на крупной терке. Помещаем в кастрюлю. Берем пучок зеленого лука и мелко рубим. Луковицы я отрезаю. По желанию их можно добавить тоже, они в принципе не помешают. Укроп мелко рубим тоже. Отварные яйца нарезаем, сильно мелко резать не стоит. Одно яйцо можно отложить для красивой подачи. И вот секретный ингредиент быстрого холодника. Это маринованная свекла. Да-да, обычная маринованная свекла. Консервирую я ее сама на зиму. Ссылку на свеклу под видео я оставлю. Ее можно приобрести в любом магазине, если не хочется заморачиваться. Маринад добавляем в кастрюлю. Благодаря маринованной свекле холодник получается за считанные минуты. Свеклу натираем и добавляем в кастрюлю. Заливаем все холодным кефиром. Перемешиваем. И добавляем охлажденную кипяченую воду в зависимости от желаемой густоты. Добавляем сахар, соль и немного лимонной кислоты. Ориентируйтесь на свой вкус. Вот вам и готовый холодник. Его уже можно сразу употреблять. Вот такой яркий цвет получается у нашего супчика, без преувеличений. Главное правило приготовления вкусного холодника: первое – это маринованная свекла, второе – все продукты должны быть охлажденными. При подаче украшаем яйцом и сметаной. Советую приготовить, я думаю, никто не откажется. В жаркую погоду отлично им подкрепиться и поднять себе настроение. Всем приятного аппетита!